Всем привет, с вами Рэмплей. Продолжаем проходить God of War. У нас сегодня сыновья Одина, вроде как бы сейчас битва будет прям эпичная в начале сам. Всем приятного просмотра. Мы погнали страдать. Сейчас, наверное, люлей вешать будут жестко. Резец! Надо отдать должное. Разрушать твое призвание. Помни это, голова. Помню каждый миг. Да. Разрушать — это наше призвание. Кратос. Кратовское. Нихуя себе сундук. Все падает, все рушится. Боже. Я уже их отсюда слышу. Так, достаем топор. У меня вроде как бы охрененные защиты, хорошая броня. Я думаю, не пробьют, наверное, они меня. Броня максимальная почти. Они были с Бальдром? Племянники? Смотрите, кто не видел. Броня почти максимум, 287. То есть максималка на 300, как я понял. Будет еще новые доспехи, соответственно, мы их поставим, броню качаем, а дамаг за счет руна, топора, там всяких талисманов и так далее. Да, Магни и Моди, сыновья Тора. Мама говорила, что асы худшие из богов, а Тор худший из асов. Небось, Магни и Оди, да? Они уже не дети, им нет оправданий. Как же Синдри? Они его не найдут. Сейчас мы вломим пизделей Магни и Оди. Или нет? Вот такие. А, большой обеденный зал. Весь Мидгард завидовал. Странно, я помню, что тут был огромный канделябр. Оживлял обстановку. Вот такие двери мы сможем открывать сейчас. Резец появится, эту дверь мы сразу откроем, если к ней будет доступ. Так. Мамалец, давай стрельнем. Тебе всегда нужно что-нибудь сломать? Конечно. Че, мимо, что ли? Думаю, трон Ярла был как раз за этой ледяной стеной. Так, ну тут, как я понимаю, сейчас враги будут, да? Давай первого. Давай, волков. Ёбаный топор. Максимальная защита, осел, на. Волков еще мало. Блин, ну как он попал, уем втащил. Просто, давай. Ну, как ты попадаешь-то? Слабое место, руки-ноги, руки-ноги. Все, пошел топор. Молодец, топор, все. Давай, малец. И все. Он умный почти. Ну, не пробивает, не пробивайте, я вижу, моя броня надежна. Броня держит прям вообще прикольно.
готов. Ага. Давай. Такой эпик. С начала игры прям сразу эпичная сценка. Вижу выход, но туда не добраться. Вызов стада призрачных кабанов, которые затаптывают всех врагов на своем пути. Опа, нифига себе. Так, это призрачные кабаны, гнев волка. У волка урон больше, да? Гнев волка. У кабанов оглушение вообще 100%. Ну ладно, пока оставим волков. Волки мне пока лучше нравятся. Мама говорила, что Камнеборот называл себя королем. Только потому, что все боялись с ним спорить. Ну да, если уж хватило наглости присвоить королевский титул, надо быть способным его защитить. Камнеборот это мог. Он не проиграл ни одного боя до сих пор. Ну вот, уже проебал. С кратцем лучше не связываться. Он сухую просрал. Так, сейчас опять будут враги. Пока на призыв самые дамажные, и это волки. Трома! Будь готов! Да ешь ты, ты что делаешь? Бля, он попадает как. Не успел я его так добил. Не, ну хорошая броня вообще нравится прям. Моя броня непробиваемая в доспех. Символ храбрости, смотри. Эти огры мельче обычных, но зато умеют прыгать намного дальше. А еще они воняют. Интересно, они от этого такие злые? От того, что воняет? Может быть. Ну и третий там я вижу уже правда. Среди оба, сын! Оба. Да блин, ну... Где рунные атаки? Топора нету, бля, нету топора. Можно пройти там. Топора нет, без топора рунные атаки не действуют. Но я пытался. Бестиарий обновлен. Они похожи на волков, но ходят на двух ногах и намного умнее, и сильнее, и быстрее. А еще их густой и плотный мех очень трудно пробить. Они чем-то похожи на берсерков, которых папа убил прошлым летом. Только волки, а не медведи. Еще что-то добавлено. Эти оборотни выносливее обычных и, кажется, умнее. Очень опасные твари. Хорошо, что моя тетива зачарована, а то мы могли бы не справиться. Ну да. Благодаря твоей тетиве мы их убили. И чё, куда-то идти? Что-то впереди. Видишь, он жив? Но нам лучше исчезнуть, пока не явились сыновья Тора. Сейчас они получат пизды, наверное. Нашли что-нибудь на складе Фафнира? Например, камень?
Не ходил я пока еще на этот склад, ты меня достал с этим складом. Или... Пойдем сначала убьем сыновей Тора. Опять тут нужны клинки Спарты. Без них не откроешь. Нельзя подвести отца. Ищи его. Сейчас будет бой. Готовимся. Надо чайку хлебнуть. Ворлпра мочить. Волшебный резец. Возьмите кусок резца. Не так-то просто, бля. Сейчас будет сначала бой. Скорее, брат. Добудем кусок резца и уйдем, пока они не заметили. Ну вот и... Сын. Но появился эпичный. Сдавайся. Этого требует все, отец. Нет. Хорошо. Я сам разберусь, сын. Иди. И далеко ли ты собрался? О, нет, брат. У этого уродца есть лук. Что же нам теперь делать? А где моя броня? Почему она не делает? А как вам мои руны, а? Смотри, как дамаж. О, хорошо. Ой, хорошо. Я займусь ним. Волков больше призывай, еще волков, пускай они гасят их. Как они попадают? Не вижу! Встань за мной, сын. Я тоже не знаю. Зачем мы вам? Что нужно Одину? Не знаю. Плевать. Иди сюда, выродок. Хватит за папкины штаны цепляться. Заткнись, сам ты выродок! Я ничего не вижу, вот вообще, вы чем-то видите, чисто... Как ты только еще жив? На щекам стоит. Тебе еле держит лук! Сказал, заткнись! Успокойся, сын. А как мне повернуться-то, проси, блок для поворота? Ты просто жалок! Сзади, сзади! У тебя все в порядке! Да как мне повернуться-то, блядь? Обернись! Нахуй идите, нахуй идите! Да как ты попал, сука? Давай, малец, бей! Призывай! Волков, волков призывай, осел! Мелкий. Ох, рунная атака хорошая. Пошел на. Ва, масуху дал прям ко мне. А, они по очереди заряжаются, сволочи. Стою в блоке. Ну, я так, мне похуй. Мне похуй, я так.
Плохо выглядит. Да я знаю. А отхил нет. Волками правда. Мне Атрей вообще должен искать отхилы. Справишься? Нет, не справлюсь. Мне бы хоть одну хилочку. Иди нахуй. Жизни вообще нет. Не смей так говорить! Не смей так говорить о мамочке! Не слушай его! Он хочет тебя разозлить! Сыны Тора уничтожат вас. Сыны Тора могут попробовать. Голова! Извини, я перегнул палку, да? Блять, ты пиздец. Значит, это все? Да, это все. У меня ни хилок, ничего нет. Они бы хоть и дали отхилиться. Малец должен искать не хилки, он ищет. Это что, заново? А, из этого акта? Рожу тебе порезала, что похож был? Не смей так говорить! Не смей так говорить о мамочке! Не слушай его! Он хочет тебя разозлить! Идиот! Сыны Тора уничтожат! Сыны Тора могут попробовать! Голова! Извини, я перегнул палку, да? Я весь во внимание прям стою. Ну им осталось чуть-чуть. Сейчас попляжем. Берегись! Как ты, сука, попадает? Сын, соберись! Да мы заебали. Они ну, под этой. Атрей! Ну они под имбой под какой-то. Ну их нельзя никак. Это уже пошла катстэн. Я тебя убью! Атрей, держи себя в руках! Давай, рубай его, Кратос, вали тогда! Крутяк вообще, прям бушку ему разлобил. Я, сука, полубог осел, я тебя найду. Кратос вообще всех валит. Богов, полбогов, ему до пизды кого ебашь, он всех прям. Болезнь. Берет и нагибает. Лихорадка вернулась. Малорик вообще красава. Нет! Ну, по мидгардскому, если. Нет! Сын! Кашель, кровь. Мальчик болен, надо к Фрейе. Нет! Тише. Нормально. Молодец, пацан. Да нормально все. Вальнули одного. Минус один сын Тора. Надо за ним следить. Сыновья Одина, да, это точнее.
Закаленный молнией металл используется родичами Торы, используется для улучшения рукояти с эффектом шока. Встречается в тайниках, отмеченных на карте сокровищ. Младший сын Тора и жуткий гад. А еще он умеет стрелять молниями и драться полицией со щитом. Он удрал, когда папа убил его брата Магни, но готов спорить, что мы его еще увидим, и тогда я сам его убью. Ну сам ты его не сможешь убить, а я его убью. Ну-ка, раздвинь свои ягодички-то, бля. То решили на кратце выебываться. Берем резец. Хватит? Пожалуй. Им мы вырежем путевую руну, которая пропустит тебя в Йотунгейм. Мы вообще теперь можем открыть все запертые магией двери, что нам попадались, к та, что за поворотом. В эту дверь можно пройти, ведь есть резец. Ну все, теперь классно, теперь можно будет в следующей серии на Вальку сходить. Почему бы и нет? Ну, попинать Валькирию. Так, сейчас. А, не, подожди, подожди. Ну, не на ту кнопку нажал. Ой, хорошо, теперь все двери могу. Там около дома у нас такая дверь. Ты убил Магни. Это точно. Он же бог, а отец убил его. Один из младших асов, но да. А его отец Тор. Тор не младший, совсем не младший. В Асгарде будут очень недовольны. Я защищался только и всего. Я не боюсь осуждения. Бояться стоило бы не осуждения, а мести. Разве можно убить бога? Конечно, можно. Видишь, только что убили. Так, а чё-то вон туда можешь выстрелить? Дома! Там упал кристалл, но опять же я не могу подойти. Ну-кась. Мне нужно эти найти, зачарованные камни. Так, пока один только нашел. Сейчас опять 2 часа будем искать, да? Заметь их тут, попробуй, где они находятся. Спустим цепь сразу. Нашли что-нибудь на складе Фафнера? Да не. Например, был я там на твоем складе, что-то пристал. Одну только захнул, где еще? Нифига там промерзли. Где еще мне найти? Так, может вниз спуститься, там, наверное, лучше видно-то. Так, одна там была. Тут вроде нет ничего. А, открывает сундучок. Ну, один... Сын Тор пал от нашей руки уже. Вкратце его одолел. Бога. Остался еще один младший.
Магни убили, а остался младший. Блин, вот где вот эти камни? Вот это тут несложно драться, там, да, убивать как-то или еще что-то. Сложно найти вот эти камни, блин. Вот это прям пиздец. Они могут и перед носом быть, а ты их не увидишь. Или в другой локации могут быть вообще. То есть это нормально в порядке вещей. Вот попробуй найди их. Два еще надо, охренеть, я только один нашел. И где? Ну где? Ладно, полезу там на самый верх, может там быть. Он кашляет, он сейчас свалится, наверное, уже скоро, я думаю. Болезнь удаление. Ну тут нет, по крайней мере, это точно. Да? Значит, плохо пацаненку. А Трей приболел. Ладно, пойдем там посмотрим. Может там есть. Я не знаю, тут нет. Стой! Мы тут уже были. Но как вернуться? Да понятно то, что были, но там это надо открыть. Алло, где они? Чисто. Наверное, тебе нравится работа посмотреть. И очень зря. Посмотреть чисто, вдруг я новая броня открылась какая-нибудь. Так, ладно, сосредоточимся. Пока ничего не понятно, где искать еще камни. Где-нибудь вот на этой льдине есть еще один, 100%. Прям внимательно рассматриваю. Любей не вижу вообще прям в упор ни одного камня. Блять, вон он где, ты посмотри. Как вот можно его заметить, если он спрятан? Сверху должно быть, наверное, видно быть, да? Я же говорю, где-нибудь на этой льдине. Атрей, ищи еще один камень. Ну вот где-нибудь около нос прямо, мы его не видим, да? Камешек, ты где? То Атрей заболел, надо срочно лечить. Внизу, наверное, день, да? На всякий случай давай меткой проведем, вдруг зацепит что-нибудь. Ну-ка, а на этих нет вот? Этих хреник. Да вроде нет. Может, я тут? Давай посмотрим. Бывает и так, что камень еще один в другой локации вообще. Мы уже это видели, в прошлый раз тоже искали камень, он оказывается в другой локации, в другой комнате был.
тут вроде нет, значит где-то там. Блин, тут больше всего времени уходит, ну, на поиск вот этих камней, чтобы открыть тайный сундук. Или что там? Да, там от обора что-то лежит, какой-то эпический лут. Тут, где этот сундук? Тут, где этот еще один камень? Он может где-то перед носом, но ты его не видишь ни хрена. Ну-ка, давай так залезем, посмотрим, боком, нет? Хер его знает, денег а тут. Прыгай давай. Где-то наверху, значит, должен быть. Блин, вон он, ты смотри, бля. Охренеть, вот как его увидеть, это надо было прям внимательно все проглядывать. Так, чего это все делает? Легендарный предмет. Осколок льда, взятый с одного из ледников Хели, используется для улучшения берега бесконечной бури. Ну все, где-то минут 10 мы потратили, искали этот камень. Эти камни, точнее. Ну ничего. Ничего страшного. Ну а что поделаешь, если они так... Вы уже добрались до склада Фафнера? Пошел нахрен со своим Фафнером. Успеешь. Хотя, наверное, если... Парень не совсем не здоров. Ничего. Все в порядке. Если так, не отставай. Хорошо. Хотя, если не сделать их дополнительные задания, соответственно, наверное, новой броня не появится. Вовсе не воскрес. А вот это интересно. Все знают, что у асов свой путь в Вальхаллу. Без валькирий, без ворот Хельхейма. Может, это имеет значение? Нам нужен... Забираем, пацан идет, читает, что там написано на рунах, пока он живой еще, то скоро ему плохо станет. Вот дел. Так, переключаем. А, нет, тут это. Открывается портал. Ну это мы уже читали. 4 из 18, нифига, до хрена их. Интересно, когда вот он руку туда засовывает, куда она уходит? В другой мир? А если так кто-то ее отрубит? Либо укусит. Мы снова у руки великанов. Что тут было? Рыбаки доставляли улов в гавань и с помощью этого устройства отправляли часть прямиком на кухню ярла. А остальное продавали. Под большим пальцем выход. Ищи путь туда. Так, и как нам тут пройти? Надо где-то здесь тогда. Эту заморозить можно, да? А нет, ее надо разбить. Заморозить вон можно. Движется. Может, мы доберемся сюда? Может, пойдем посмотрим.
Вот по этой же, может, до зала есть где такие узоры, нет? Там есть проход. А, мне теперь надо, ну, тот лифт. На другой стороне есть путь к выходу. Подогнать ему надо, да? Сейчас, погодь, пацан. Все, вот теперь, да. Ну, в принципе, я так и догадывался. Что надо будет отправить. Тут есть цепь. Блин, мимо. Ну, она уже нам по сути больше не помогла. Хотя, если там какой-то лут есть, подожди-ка. Что-то не замораживает. Почему? Вроде вышло. Там, наверное, лут какой-нибудь есть. Атрей, крепись. Сын, ты должен быть сильным. Батя, надо облутать сначала все. Так. Теперь что, мне надо теперь уехать туда, да? Ну, погнали на выход. Так. Скинем. Мы, нет, мы только скинуть хотели. Полезть мы не хотим. Так, и как тут мне теперь? Куда идти-то вообще? Вниз, наверное, да, вот. Запечатанная дверь. Махнулся. Нет. Так, раз. Снова под ладонью, почти на месте. Ему надо каким-то лекарством выпить, да? Хотя, если он полубог, ему же лекарственные вряд ли обычно помогут. Мы с тобой лазали по мертвому великану, катались на огромном молоте, дрались с плохими богами. Что бы сказал мама? Что ты прошел большой путь. Спасибо. Опаньки, опаньки. Отец, вон там! Найдена там тайная комната. В этой тайной комнате сидит Валькирия, я знаю. Но это будет в следующей серии такой, прям экшон сначала у нас начнет. Сейчас мы сохранимся. Давай на всякий случай пару сразу, да, сохранений. Сохраним, в следующей серии мы сразу начнем с Валькирии, откроем, пойдем одуплим ее, если получится. Ну или она нас одуплит, тоже как вариант. Херово знает, насколько они сильные на такой сложности, тоже не знаю. Ну, увидим, посмотрим в следующей серии, как я уже сказал. Я там что-то вижу. Я знаю, Трей, я тоже вижу. С вами был Рэмплей, подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте, не забывайте про колокольчик. Всем до встречи, всем пока.